Сидим в нем. О, может подманим. О, что тихо. Что-то мы. А, не нормально, нормально, ночь. Он увидел. Наверное, ты ничего не увидел. А что он увидел? Трупик? Ладно. Наверное, ветер. Уронил штучки. Так, мы ключик, кстати, подобрали. Неплохо. Ради него как бы и шли по этой стороне. Или не ради него, погодите. Нет, ради него, да. Или кого-то еще тут был. У этого был, понятно, да. А, блин, мы, кстати, могли с другой стороны пройти немножко сюда просто завернуть. В целом, ладно, пофиг. Так, что тут? Блин, ну ночь это, конечно, жесть. То есть мы реально можем просто вот этого чувака заманить куда угодно вообще. Просто потому что ночью он нас не может догнать. Смешно. Ну, блин, Shadow Gambit, Shadow Tactics тоже самое плюс-минус сделали. Только с ловушкой, нет, с чем, с этим. Короче, с дуделкой Юки. То есть мы заманили его в одну точку сюда, где нас не видят. Потом чуть отходили, еще заманивали, и так просто до бесконечности. Дабл кликнул или что? Почему он меня увидел? Это проблема в этой игре, то что дабл кликать в этой игре нельзя. Опять дабл кликнул. Так неохота мышку менять, блин. Ну, походу, придется. This way. И он бесконечно за нами. Вообще по всему острову можем так чувака таскать. Нет, это ультра имба. Особенно ночью. Ночью это прям гига имба. Запрещать надо такие комбо-вомбо. Ночь плюс Юки. Ладно, попался. И мы еще трупы не оставляем. Что вообще? Как можно настолько имбалансных персонажей придумывать? This is adventure. Follow the little... Опа, мы в кустика. Ready to strike. Головорез Юки. Сколько там надо? Ну это обычный квест на всех. Такой есть, да? Всех персонажей. Так, ну мы в целом у тюрьмы. Давайте наших других чуваков тоже подведем поближе. Так, и что тут у нас? У меня была идея закинуть чуваков сюда, на башенку, да? Так, где там кто-то есть? Давайте его пока выложим. Например, Тою. Где-то в пушечку. Ее никто не видит. А что, она не... О, нормально. Да. Так, минус судья сразу же. Избавляемся от него. Так, что у нас в тюрьме? Да херища народу. Нам нужен этот. Кто на него смотрит, ну-ка? Вот этот смотрит. Раз, два, три. Три чувака у нас, да? Может, на эту сторону пройти? Тут нам надо, получается, здесь зачистить. Здесь немножко. Что-то лениво. Не охота на другой стороны идти. Здесь троица ходит. Это чел ничего не видит. А, и комиссары на башенках. Но в целом башенки нам, наверное, немного плевать, потому что мы можем, опять же, с помощью Гаэля отправлять чуваков на башенки и прирезать всех этих челов, до которых вроде как тяжело добраться. Плюс у нас ночь, но здесь куча фитилов. Кстати, эти можно тоже попробовать попользоваться, типа потушить. Вот этот, например, да, ну-ка. Кто-нибудь сюда просто так смотрит? Не смотрит, значит здесь можно... О, здесь можно веселую нарезку встроить. Вопрос только кого?
с руля можно попробовать начать. Так, давайте всеми войдем, во-первых. Всеми, точнее, вот этими. Так, а этот чел назад уже никак, да? У него здесь вот факел. И сюда никто не смотрит. Нет, он может, в принципе, куда-то сюда пройти, если что. Ну, пока ладно, пока он нам не нужен. Вот эту дверку откроем. Побежим сюда. Компас twinkling on his arm. Let's take it back. We can steal it from him. We could just kill him now and spare us any further trouble. Aye, we can kill him. I did it more than once. Stab him, slice him, throw him in a well, but it never sticks. And stealing is much easier. What do you mean, it never sticks? Just like Kuma said. Now, the compass. Yep. Так, он и сказал. То есть получается, что нам тогда надо? Как украсть? Ага, то есть когда чел отворачивается, надо украсть. Понял. Watch me, sensei. Так, а к этому челу... А, нет. А, лол, тут дверка есть. Тебя кто-то видит? Кто-то видит. Ага, вот этот видит. Да, действительно видит, согласен. Так, ну мы, наверное, хотим гасить врагов и факела. Сейчас, кто из нас трапа? Вот этот трапа, получается. Давайте здесь ее поставим. Получается, где-то здесь примерно будем... Нет, давайте чуть подальше, наверное. Вот здесь вот. У нас чуть больше времени было. Потушим свечку, посмотрим, кто ее увидит. Возможно, патруль я даже не видит, я тут уже заготовочки делаю. Но если что, мы можем их приманить. У нас как бы есть обученный енот для этого. То есть в любом случае мы их сейчас зацепим, когда они будут тут мимо проходить. Мы их приманим сюда. Блин, вот проблема в том, что мне надо двух резануть будет, но... Наверное, задних резануть, то есть у них есть передние. Да, давайте, короче... так, плюс... Вот так вот. Так, чуваки идут. Сейчас посмотрим, увидят они ли свечку просто так. Может быть, там даже ничего особо с самим делать не придется. Главное, чтобы они порядок все не поменяли. Но если что, у нас есть енот. Бать, чего там встали? Видите свечку? Ну-ка. Вот сейчас поворачивается, хоба. Ага. А кто идет первым? Блин, они очень криво идут. Чуваки, не надо, блин, они очень криво идут. Они очень криво идут. Так, давайте сохранимся, потому что я хз кого тут кем резать. Посмотрите, последнего явно надо резать. Чей вот это нож? Это нож Гаэль. Короче, Гаэль, возможно, будет кого-то другого прирезать, да? Окей, возьмем ее контроль на себя. Кого она режет, блядь? А, я тап не нажал, дурак. Не то, немножко. Короче, давайте заранее переставим это. Нет, да, а, нет, все правильно. Гальни не выбрали. Вот, вот так вот. О, видели, говорят, да? Там про стайл что-то ее сказали. Ой, а что-то, блин, с Юки они так не взаимодействуют. Окей. Это ничего... Ой, фига тут подстава, кстати, микро. Блин, вот это, кстати... Противная штука, то, что этот чел здесь видит. Ладно, мы тут где-то примерно убивали. Там был пофиг немного. Окей, патрули избавились. Довольно легко. Нас енот не там. А что произойдет, кстати? Он за нами теперь идет, да? Один блоклик произошел, кстати. Или нет, а куда он идет? Чел, сюда иди. А, он за факел, нет, что-то.
Я думаю, что он за мной не идет. Я думаю, на бревна повелся, но нет, он на свечку повелся. Что-то забыл, что у нас тут свечка. Так, ну что, колоколиста нет? Блин, как же легко, это жесть. То, что еще одна ночь, это просто... Надеюсь, да, все оставшиеся миссии будут дневные, потому что это ультра имба. Ночь и вот эта билка, то, что мы куда угодно можем заманивать, это жесть. Ой, ты живой? Погодите, кто это? Все время тут стоял? Что на тебя никто не смотрит? Как вкусно чел тут стоит, однако. Так, ну вот этот чел, это беспокоился, что может смотреть, но он ничего не видит. О, можно свечку погасить, кстати. Возможно, ее тоже никто не заметит. И можно... Нет, опять дубл-кликнул. Можно продолжать действовать по стелсу. Смотрите, вот этот чел как бы видит, да? Этот парень, да, смотрит на него, на такие. Опа. Девочечку увидел, да? Ладно, сейчас откатится, мы его заново позовем, пускай засвечивает. Да, этот не затушил, а как это обратная операция называется, когда не тушат, а загорает. Поджог. Все, здесь пробежать можем. А нет, не можем. Так, кто это был? Вот это, да? А чё он повернулся? Он же отвернутый был. Так, лол, погодите. А, нет, мы не достаем. Нет, стрёмно. Так, это комиссар. Сюда не видит. И кто? О, давайте вот этого избавимся. Так, а тут люк, кстати, а, нет, это просто вход. Еще один вход, не, еще один вход нам не нужен. Так, с этим, блин, скетчики байтятся, ну-ка, хватит. О, видят, и никто не видит. Попался. Какая же имба. Просто в стол тут все зачищаем. Даже интересно, как бы тут я зачищал без имбалансных персонажей. Этого бы я хотел выманить. Что он не дает мне башенки, кстати. А мне надо дать башенки. У меня кто остался из того, тех, кто видит вот этот, получается, чел. И вот этот, да. Эти-то мне особо не нужны. Ну давайте, ладно, избавимся, чтобы попроще было. Я сюда не могу зайти, там свет стоит. Не так легко это сделать. А, свет у этого чела с факелом. Окей. Не, мы по-прежнему же здесь можем. Он же отворачивается. Можем здесь пробежать через... А, смотри, здесь кто-то еще есть. А этот чел вообще не видит. Лол, такой, погодите, а что я тут? Что-то подумал, что это, через этого чела вообще невозможно пройти. Он же отворачивается, вон. Халява. Наоборот, супер изи. Ready to strike. А если, кстати, погодите, а что будет, если мы в домике будем, он в домик зайдет? Сейчас протестим. Если мы успеем в домик забежать. Давайте. Через домик пойдешь? Походу пойдет. Ну давай, поднимайся. Ножичек тебя мой ждет. Жесть, красиво крутится в конце, конечно. Як. Персонаж имба. Но пока что ночью прям ультра. Не, вот ночью реально ультра имба. You have the description of the artifacts. We must secure them. My dear prognosticator. Surely you would have us follow proper procedure. Ты пропустишь нас? Нет, не пропустит. Так, можем ли что-то с этим придумать, звонарем? Пока что он нас только беспокоит. Плюс он смотрит на комиссара. Комиссара мы никак не отведем. Че, вспомним про существование других персонажей все-таки? Who are near the end of their purpose.
Мы можем пробовать на эту сеточку попасть. Почему бы и нет? Наверное, не увидит свечку, но он сейчас пойдет. Так, сделаем. Сейчас он пойдет сюда, увидит, ага, свечка. Чел, иди обратно. Чё приперся? А, чувака с другой стороны выманили. Успею? Я что, кто-то свалил? Это не, это не с этой локации, чувак. Он как бы здесь вот на входе стоит, вместо того, что мы его сагрили с другой стороны. А, он пришел к нам. Так, она не может трупы таскать, она только через пушки, да, таскает? Так, хорошо, избавились от этого чела. Теперь можем, наверное, от этого избавиться прям совсем. Вот это, ебать, его может увидеть, ну-ка. Он тебя смотрит? Давайте подождем. Идем и представь, что он там делает. То есть вот сейчас не смотрит, но она долго... Да где она, блядь? Что она делает? Чё? Вся свихнулась? Успокойся ты, блин. Вниз спускаться надо. А я застряла? Что с ней? Больная какая-то. Можно я другого персонажа? Это сломался. Все, люк закрылся. Давай, я через этот дверь. А тут крестик? Why? Что? А как это работает? В смысле тут крестик, блин? А как я сюда вошел? Лол. Найс, блин, баги. Я могу другим персонажам, наверное, подойти? А, блядь, почему она здесь побежала, а не там? Так, может, загрузка сейчас решит проблему? Что-то дверь заблокировалась. А почему крестик? В чем прикол? Почему крестик? Почему дверь закрылась? Типа... Ну тут же нету механики, то что чел пошел за нами туда и закрыл за собой дверь. Походу из-за того, что... Короче, походу баг, то что если мы чела выманим через дверь, то он ее багует. Так, мы можем ее разбаговать? А, мы теперь этим персонажем не можем пойти, ходить. Можем ее достать оттуда? Куда идти? С краешку, может, с краешку можно достать? ГГ. А, не, нормально. Окей, ну, хотя бы так. Какая-то дверь остается забагованной. Мы хотя бы так ее вытащили оттуда. Окей, нашли баг. Стюпид. Стюпид, стюпид, стюпид. Так, а что, мы вот этого не убили? Мы же хотели его убить, да? Right, сейчас... Мы ждем, когда этот вернется, и убиваем. И по идее, все, дальше воруем. Swift souls. А, нам еще мешает. А, комиссар же еще, блинский. Где он тут? Вот он прячется. Да, ну комиссар, ладно, тут можно вроде спокойно пройти. Чел сюда не смотрит же. Его надеюсь больше не... А, не, блин, смотрит. Внезапно. Ну, главное, чтобы он один этим занимался. Так, никто не слышит нас. Ой, нормально. Что, мы успеваем же? 5 секунд? Да, успеваем. Там бы назад тем же путем пройти, я думаю. Inform your flock to be on guard. Так, я ведь не уверен, пистолетный выстрел как бы лежит, нам он нужен или прям нет? Are we sure we can pickpocket a prognosticar? They usually sense our intentions. I can do it if you want. You just have to be smart. Or empty-headed. Oh,
That must be the strangest compass I've ever seen. It's already pointing. Yes, to the island. We can find the island now. So you really want to leave this Salazar alive? We can kill him, but then we'll just see him again later. It always happens. How very unusual for a prognosticar. I wonder what made him this way. Don't know. Let's take the compass home with us. Блин, они предлагают убить его? Может, убьем? Вообще, знаете, вот они объяснили то, что он постоянно резается. Это знаете, как в этом? У них же в Shadow Tactics еще была ачивка. То, что у нас там была миссия с 6-я, по-моему, в деревне этой. Ночной как раз-таки. То, что там был этот один из генералов, его можно было убить. Так, а где наш чел? Весь этот, весь файт на башенке Сейпер сидел. Давай, выходи. Надеюсь, у тебя дверь не забаковалась. Короче, там была возможность убить этого генерала, которого мы должны по сюжету подслушать, а не убить. В этой миссии. Но проблема в том, что он должен был присутствовать в следующей миссии, поскольку это в Shadow Tactics как бы сеттинг не мистический, то там резаться персонажи не могут. И это так легко не объяснить, как здесь, да? И там была ачивка из-за его убийства. Во-первых, миссия проваливалась, если его убить, но давали ачивку временной парадокс. Мы где-то труп сбрасывали, разве нет? Я специально вроде где-то труп сбросил. Или он у нас в пушке? Нет, с пушки у нас ничего нет. Как этот труп делся? В этот что ли бросил? Ну тут, ладно, вот этот берем. Нам трупик как-то нужен. Блин, прогностика грохать. Я думаю, чем вот этого убивать? А, ну не отвернуться. Не-не, нам пофиг. Мы, короче, этого чувака оглушим. Гаэль. А, она его сразу забайтит. Мы, кстати, можем двумя тогда персонажами здесь обойтись. Oh, that's easy. Thanks for helping. Блин, что-то не нравится сначала. I don't look up to anybody. И давайте все-таки вот так вот сделаем. On my way. Ready, Kuma? Получается, это режет, и вот этот режет. Не идет и режет. Так вот. One problem solved. He'll stay dead for now, but we'll see him again. That's what always happens. Let's take the compass from him. Yes, it's happier with us. Мы не забрали до этого компас? Мы же обворовали, разве нет? Почему она с нами говорит, компас заберем? Так, что, все, разрывы? Да, разрывы. Так, разрыв прям с нами, по идее, должен быть. Да, вот здесь вот. К нему и пойдем. Уже чуть-чуть народу поубивали. Так, давайте сюда. Ты что-нибудь видишь? Так, кто-то смотрит? Да, смотрит этот. А можно продолжить, как бы Юки всех вытаскивать в соло, да? Мы даже уже, по идее, вот этого сможем вытащить. Ready? А этот енот с нами? Вроде с нами. Может, его нет, кстати, никто не видит? Сверху, чувак. Ой-ой-ой. А чё, чё, в смысле? А, я, походу, дабл-кликнул опять. Не понял. Но у нас здесь тоже, кстати, разрывы уже идут. Я забыл сохраниться, видимо, да? Забыли мы. Так. Сидим тут. Так, а чё он меня заметил, походу, из-за того, что дабл-кликнул опять? И здесь его, по идее, вообще никто. Вот это, по-моему, видел, но он видел его вот до сюда, а вот здесь его никто не видит. Это да, до сюда тоже не достает все. А, тихо, догони его, ты чё, блин, не догоняет. Чё, вот здесь вот всех убиваем. Спокойно. Даже вот здесь вот спокойно всех убиваем. И как бы спокойно всех заманиваем. Найс, чё с игрой? Все поиграно.
They'll come to you. Why don't I walk this way? Понятно, блядь. There. Who's about to? Рядом с нами. I'll send them your way. Call them to you. No, I won't. Здесь работала в ВТФ. Почему-то в этом месте. Может, какой-то курс проклятый. Не только пираты погодите, что? Этот миллиард раз проходил, ты чел меня не видел? This is fun. My eyes do not waver from them. Пожалуйста, что не так? The flame guides me this way. Что? Почему? Ready, Kuma? Let's go. Ну, просто так будем убивать. Ладно, эту билку пока не будем просто юзать, все. Я не знаю, почему она здесь будет. Просто убивать их можно же, да? Ай, блин, печально, печально. I miss the waves under my feet. Up fast. Это же нет ближнего зрения. Ты сюда не смотришь, как меня, блин, убедил. Реально, блин, секунду, чтобы заметить me, было меня. Watch me, sensei. Wake up, Katana-san. Может быть, через шит можно было попробовать это что-то нажать, тогда бы сработало. А, блин, это уже чело видит тут. Упай, блин, мой план сейчас не пойдет. Блин, такой. Чертовы баги, говна. Может, на того хотя бы сработает, я не знаю. Yes, here. Right, coming. For when my vigilance is tested. Но если что, сохранение как бы хорошо работает, так что. Ready, на этом мы, кстати, не дотягиваемся. Oh, that's easy. Fast and sharp. Из-за этого нельзя почему-то ешь штуку. Точно нельзя. Shiny ball. Call them to you. I don't, I won't. Я не понимаю, почему? Ну почему? Что она сломалась? А прямо билка? Нет, даже не билка же сразу ломалась. Почему-то именно вот эти челы ломаются. Это же обычный чел, так что миллиард таких челов юзали. А, все, не юзаю просто эту штуку, ладно. На этого, по крайней мере. Но два чувака, на которые нельзя этих чувак эту штуку юзать почему-то. КЗ, почему? Бред какой-то. Здесь это именно в момент, то есть когда мы вот эту штуку, она уже повесилась, образовалось сердечко, и он пытается пойти. Возможно, у него проблема с поиском маршрута. Типа он слишком далеко идет, и игра из-за этого багается, и что-то типа того. Но моя теория ломается, потому что мы тут у чувака агрим на себя, он тоже ломается. Почему там? Почему он понимает? Что-то не нравится игре. Что-то игре не нравится. I miss the waves under my feet. Watch me, sensei. I don't look up to anybody. This will occupy them for a bit. Ну так-то ты пойдешь, блин. Я бы так не могу идти. Чела. Ой, а нет, это не пойдет нормально. Увидел, блин, он не добежал. Причем он вот самое противное. Так, у меня еще и воспоминания не грузится, да? Нормально. Самое противное то, что он стал перед кустом, и мы не можем его убить. Точнее, ждать, пока он дойдет ближе, потому что если он дальше, если делает следующий шаг, он уже заглянет в куст и увидит нас. Little bombs.
occupy them for a bit. Let's try a new recipe. Ready, Puma? Давайте, наверное, закусить. Any cannons loose? A feast for my right of inquiry. What the dark rat will not shelter you. All in one motion. We should have burned these. Видите, нас не видит. А сейчас увидел, то есть видите? Проблема в чем? То есть он как бы стоит все равно в метре от куста, но тем не менее, делая следующий шаг, он уже заглядывает в куст. Shadow Tactics также это работало. Бесило сильно. Ну ладно, не сильно, Shadow Tactics это и практически не попадался даже на это. Вот бы обилки Юки сюда, да? Вот это контра ее обилок. А знаете, вот так вот отсюда посвистеть, чтобы он не в куст заглядывал, а перед ним вставал. Там, иначе он... Ебал. Ну, он причем останавливается в месте, где его чел палит. Forever. Ready. I shall swing the sensor. I dreamed of a new recipe. Is it a puzzle? To cleanse the day. This is fun. Блин, мы все билки Юги теперь юзать. Вдруг они снова это сделают. Не, мы можем, кстати, вот так вот сделать. All coiled up. Watch me, Sensei. А, чувакам, кстати, сюда. This will occupy them for a bit. Balanced to perfect. Preparing the ingredients. A useful gift. Go with this racket. Ну, пускай так будет. Вот у нас сайт увидит, хоп. Nasty surprise. Our objective is... Блин, ну чертовы баги, все, блин, впечатление портит. А че, нам только это убить, все? А, вот этот не в зоне. Так ты, а, блин, на лестницу не зайти. А, тихо. А это что-то убивает, я не помню. Это сработает так? Вот сработало. Окей. Ну, баги немного подпортили впечатление, конечно. Персонажа. Причем сразу два, то есть у нас багуется, если мы через здание чуваков проводим, у нас эта дверь становится недоступной. И второй баг, то что вот почему-то, ну, второй странный, если первый еще хотя бы понятен, как он работает, то второй это прям какой-то супер странный, необъяснимый, если честно. А, что тут? Книгу сначала читали, да, потом прошли здесь по берегу. Долго тупили, думали, что делать. И по берегу зашли в тюрьму, зачистили тюрьму на изи. Учитывая, что у нас ночь, и то, что у нас Юки такая имбалансная, что-то гамбитим. Изи тут ей все практически зачистили, застряли в башенке, не без этого. И наловили баги вот здесь вот. Немножко неприятная часть с багами, конечно, оказалась. Но Юки прям... персонаж сильный. 50 минут, убито 29. 6,3. Ну, как бы пробуем новых героев. Сейчас бы играть не новыми персонажами. А старыми, как бы, у нас уже тут наиграно. Можно сказать, посмотреть даже по статистике, сколько там наиграно. Так, что у нас? Кодировщик опять будет перегружен? Давайте не надо. М? Ок. О, вроде все ок. At your leisure. Ой. Ай. Look, Aphia-san. The compass is pointing. I've never seen one like this before. Bulbous little thing. Comes with a wristband, too. I'll hold on to it. Don't worry. We won't run away. That's quite all right. Now, that island it's pointing to, does it have a name? Ai. It's called Dragon's Dream. Oh-ho! Can we expect to meet an actual dragon there? That's what the stories say. Dragons do grant wishes, yes? I'm hardly an expert. What do you say, Marley? I've heard rumors of that before. Though in my experience,
Creatures mighty enough to grant wishes always ask a price. Aye, there will be tests, puzzles, maybe traps. It's going to be an adventure. Well, what are we waiting for then? Mm-hmm.